За первый день работы в лаборатории провели 40 анализов. Все результаты отрицательные. При необходимости специалисты могут работать круглосуточно и проводить до 900 анализов. Сейчас же здесь есть все необходимые расходные материалы и реагенты, чтобы провести 10 тысяч исследований. В начале следующей недели ожидается поставка очередной партии тест-систем. Это позволит врачам провести дополнительно еще 10 тысяч анализов. 3 апреля мы планируем выполнять уже по 400 исследований ежедневно для Самары, Тольятти, Сызрани и малых городов Самарской области. С 6 апреля мы готовы выйти на полную плановую мощность в связи с тем, что у нас должны поступить тест-системы для постановки 10 тысяч анализов. И в принципе при трехсменном графике работы мы готовы обеспечить обработку 900 проб. Работу лаборатории обсудили на заседании областного оперативного штаба. Его возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Свое решение глава региона объяснил усложняющейся в стране обстановкой по коронавирусу. Впрочем, не надо забывать и про людей с другими диагнозами. Пациенты смогут беспрепятственно посещать больницы и поликлиники. Они получат для этого справки. Речь идет о жителях с хроническими заболеваниями, беременных женщинах, которым показаны медицинские процедуры, а также о тех, кому необходимо сдать анализы. Разрешение также выдадут тем, кто осуществляет уход за больными. Получить справку можно будет у лечащего врача. Перед тем, как отправиться в поликлинику, пациентам нужно туда позвонить. Все ведущие медучреждения должны работать в плановом режиме, подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. Смотрите, у нас онкологический центр. Там, я насколько понимаю, с иммунитетом при этом заболевании еще похуже. Но он работает в полном объеме. А ведущее лечебное учреждение по сердечно-сосудистым заболеваниям мы вводим ограничения. Я не в полной мере логику здесь понимаю, да? Хотелось бы, чтобы мы еще раз повнимательнее к этому вернулись, и хотя вот наши ведущие центры, возможно, работали все-таки в плановом режиме. Заседания областного штаба будут идти в формате видеоконференции. За прошедшие сутки в Самарской области зафиксировано еще 2 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, количество подтвержденных случаев в регионе достигло 17. Но в то же время в области ранее заболевшие идут на поправку. Сегодня домой после завершения лечения отправили еще 5 человек из Тольятти. Все они находились в городской больнице номер 5. У всех болезнь прошла в легкой форме. Напомню, на этой неделе выписали еще 2. Мария Левина, Андрей Горгуленко. События.